Здравствуйте! В эфире «Мост» – международный образовательный студенческий телеканал. Студенты журфака СПбГУ – народ творческий. И все программы, которые вы увидите сегодня в эфире – наших рук дело. Мы пока что не профи, а только учимся, так что не судите нас строго. А сейчас самое время узнать наши студенческие новости. Еженедельные выпуски так и называются «Самое время». Смотрим! Здравствуйте! Пока синоптики пугают нас самым холодным октябрем за последние 100 лет, мы рассказываем вам о самых важных событиях студенческой жизни Петербурга. В эфире «Самое время». И с вами я, Диляра Теляшева. Жизнь общажная. Как изменятся цены на студенческие общежития? «Моя хата не с краю». В Петербургском университете прошла акция помощи украинским беженцам. Красота по-русски. Что Наталья Водянова и Кейт Мосс забыли в Эрарте? Радуйтесь, студенты! Новые правила оплаты общежития должны ослабить удар по кошельку. Над текстом нового приказа ломала голову Анастасия Берман. Нет, мы не перепутали. Это фраза месяца в студгородках Петербурга. Многие учащиеся вузов только в момент оплаты жилья узнают о приятном сюрпризе. Благодаря новому закону цены существенно снижены. Размер платы за проживание в общежитии определяется как плата за найм и плата за коммунальные услуги. Раньше такого порядка не существовало, то есть вузы самостоятельно определяли размер платы за проживание, то есть никаких ограничений ранее не было. По новому закону высчитать плату за проживание можно и самостоятельно. Услуги ЖКХ составляют около 800 рублей. Плата за найм определяется в зависимости от комфортности жилья. И для большинства общежитий она не превысит 50 рублей. Я пришла, захотела, как обычно, заплатить 2700, по-моему, мне нужно было, приготовила деньги. И тут мне говорят, что вот вы теперь платите по 860 рублей. Я обрадовалась, это очень приятно, когда так скидывают цену. Впрочем, некоторые студенты могут увидеть в квитанциях об оплате прежние цифры. Пока не ясно, попадает ли под действие закона межвузовский студенческий городок. Повысить цены могут также университеты со сторонними учредителями. Вот, например, СПбГУП, Университет профсоюзов, учредителем его является Федерация независимых профсоюзов России. И им надлежит определить максимальный размер платы за найм. То есть они могут достаточно высокую планку поставить платы за найм. Ну, в любом случае, это как-то должно быть обосновано. Кроме того, новый закон существенно уменьшает бюджеты самих студгородков. Но студенты с удовольствием поделятся с родным вузом чудным навыком жить без копейки в кармане. Ведь сэкономленные средства вряд ли надолго останутся в карманах вечных бунтарей и романтиков. Почти 2000 рублей в карман собственный положить, там купить себе какой-нибудь шарфик или новую кофточку – это всегда приятно. Анастасия Берман, Евгений Горяев. «Самое время». Сэкономленные деньги можно потратить по-разному. Купить платье мечты, сходить в кино. А можно помочь тем, кому пришлось покинуть родную страну. На улице Смольного в одной из аудиторий СПбГУ вместо контрольных всю неделю принимают носки, крупы и полотенца. Студенты факультета международных отношений выступают в роли волонтеров. И со знанием дела рассказывают участникам акции о том, что беженцам необходимо в первую очередь. Мы в первую очередь заботимся о том, чтобы приносили продукты первой необходимости. И это, конечно же, средства личной гигиены, это крупы, это пшеница, это могут быть различные, то есть сахар, все, что вот может помочь. Также можно пожертвовать любую сумму денег, которую обещают тут же передать семьям украинских беженцев. Четвертый год подряд в Петербурге проходит Балтийское международное художественное биеннале. Чем она будет удивлять посетителей в этот раз, знает Ксения Янаевская. Ежегодное биеннале современного искусства снова в Петербурге. Произведения живописи, скульптуры, видеоарта представили художники из разных стран мира. В этом году выставка посвящена СПбГУ, первому российскому университету. 290 лет. Это целая история. Это история России со всеми ее драмами, трагедиями, радостями, празднествами. Это огромная часть нашей с вами жизни. Одна из выставочных площадок – сад Дворца Бобринских. Здесь расположились скульптуры российских и финских авторов. По мнению художников, непонятные на первый взгляд композиции дают простор человеческой фантазии и заставляют нас на мгновение забыть о повседневности. Ксения Янаевская, Денис Сосин. «Самое время».
от традиции к моде. Никакой калинки-малинки, никаких медведей с балалайками. На выставке Russia in Vogue в Эрарте знаменитые фэшн-фотографы показали Россию через балет, великую историю и трогательную хрупкость русской души. Russia in Vogue представила более 100 снимков таких признанных гениев, как Марио Тестино и Патрик де Маршелье. Кадры с модных съемок и уникальные репортажи, снятые в СССР в годы железного занавеса, все это в Петербурге впервые. Мое личное убеждение, что один и тот же человек, посетив одну и ту же выставку в Москве и в Санкт-Петербурге, совершенно по-различному ее воспримет. На это влияет не только сказочная, волшебная, художественная атмосфера Санкт-Петербурга, но и те площади, те залы, в которых эта выставка или это произведение искусства экспонируется. Главная идея выставки – показать, как повлияла русская культура на мировую моду. В прошлом году «Русский Вог» отпраздновал свое 15-летие. В честь юбилея и возникла идея о создании грандиозного проекта. На этом у меня все. О новостях культуры и спорта вы узнаете в следующем выпуске. Это были наши еженедельные новости. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. А вот 30 лет назад зрители программы «Время» тут же переключались на Пятый канал, где шла популярная передача «Музыкальный ринг». Именно там, в начале Ленинград, а затем и вся страна, впервые на голубых экранах увидели легендарную группу «Аквариум». Кстати, ее лидеру Борису Гребенщикову в ноябре исполняется 61 год. Но он по-прежнему бодр и весел и не отказывается встретиться со студентами. Наши корреспонденты как-то встретились с ним и говорили далеко не о музыке. Эксклюзивное интервью с патриархом отечественного рока на нашем телеканале. Я был нетщательным студентом. И музыкой занимался, и театром, и писанием стихов, чем угодно. Всем, кроме математики. Вы же учились на прикладной математике и не занимались математикой? Да. Не нравилось? Я не для того поступил, чтобы заниматься математикой. А для чего? Чтобы жить. У меня были выявлены математические способности, проявившиеся в том, что я несколько раз участвовал в каких-то общегородских олимпиадах, связанных с математикой, и как-то там не терялся. А поскольку нужно было куда-то идти, с прицелом на то, чтобы потом работать, а было понятно, что никакие мои музыкальные данные работы мне не предоставят, поэтому нужно было как-то думать о том, чтобы зарабатывать на жизнь. Ну, иметь какую-то профессию. И мне показалось, что математика – это не самое худшее, что может быть, потому что более, ничего более нелепого придумать нельзя. А вообще, каким был студент Борис Гребенщиков? Таким же. Чуть похудее, и прическа другая. Зоры скажут, горсть жемчуга ладонью. Вот путь, который я ставлю тайной. Это не была оппозиция, это было единственным нормальным образом жизни. И если общественный строй противоречил общественному образу, нормальному образу жизни, это проблема общественного строя, не моя. Я делал то, к чему я был склонен. Это нормально с любой общечеловеческой точки зрения. Если в нашей стране в то время это было не очень хорошо, I'm sorry. Я поддерживаю отношения с теми, кто вокруг меня. Поскольку мы с ними вместе отучились, не я их выбирал, не они меня выбирали. Мы отлично провели вместе 5 или 6 лет. И потом они пошли своими путями, я пошел своим, и мы почти не пересекаемся, кроме 2-3 людей, с которыми у меня возникли очень, очень дружеские отношения. И одного из них я видел буквально 2 недели тому назад в Ереване. Любите друг друга, пока есть время! Многие считают музыкантов группы «Аквариум» отцами-основателями русского рока. Но звучал русский рок еще в 60-е, когда появилась музыкальная группа «Поющие гитары». Солнце на спицах, синего над головой, ветер нам лица, обгоняем шар земной, ветры газы, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль, дай-дай-дай-дай.
знаете, эта группа существует до сих пор. Самому старшему участнику 72, а самый молодой сегодня у нас в гостях. Знакомьтесь, рок-музыкант Александр Гребенщиков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, расскажите, как вы попали в поющие гитары? Давно их продюсер Сергей Дронов хотел меня позвать, но все как-то не складывалось. В конце концов, получилось так, что все срослось. Понадобился гитарист поющий, а также человек, который эпизодически может исполнить какую-то партию из произведений поющих гитар на синтезаторе или на клавишах, как иногда некоторые говорят. И на этот раз все получилось, все срослось, как говорится. Вот так я оказался в поющих гитарах. Скоро будет год, как я там уже. И как вам? Да, знаете, очень странные, особенно поначалу, были ощущения, потому что я практически того же года рождения, что и родились сами поющие гитары, как музыкальный коллектив. И получалось так, что когда мне, по-моему, было 5 лет или 6, я сейчас уже не помню, мама принесла пластинку такую, на которой было написано «Поющие гитары». И вот я оттуда слушал все песни, пластинка была виниловая. Песенка велосипедистов, «Апачи» и так далее. И вот скакал, танцевал и подпевал этим людям, которых я никогда в жизни не видел, и не мог себе представить, что вообще буду работать в этом коллективе. Ну, помимо поющих гитар, насколько я знаю, у вас есть еще несколько собственных проектов, например, проект «Кроме». Расскажите об этой группе. Да, «Кроме» — это коллектив наш питерский, который, в принципе, исповедует русскоязычный рок, но это, с одной стороны, русскоязычный рок, с другой стороны, я не могу причислить его к так называемому течению русского рока, поскольку наши корни, они в большей степени в зарубежном рок-н-ролле. Я провожу некую грань между тем, как рок-н-ролл воспринимается и трактуется в нашей стране, и как он трактуется, в принципе, практически везде за рубежом. Вот. Уж тем более в англоязычных странах. И в чем отличие? Отличие в структуре, отличие в подаче, отличие в звукоизвлечении. Много в чем. В перевесе в большей степени, хотя не всегда это, но, как правило, в музыкальную часть, а русский рок, он, его основа в большей степени, поскольку корни его в бардовской музыке все-таки, больше текстовая составляющая, она важнее. Поэтому как-то вот так вот. Вот. Хотя я, это не значит, что я пишу глупые тексты, я стараюсь как-то совместить, как говорится, приятное с полезным, и лучшие достижения и того, и этого смикшировать, чтобы получился какой-то такой синтез, что ли. Я думаю, на телевидении у нас лучше всего один раз увидеть, поэтому давайте сейчас покажем нашим телезрителям фрагмент одного из ваших выступлений. Да, давайте. Скажите, почему такое название «Кроме»? Кроме чего? Все, кроме фальши, как я люблю обычно говорить, потому что очень часто задают этот вопрос. На самом деле получилось таким образом, что это название придумал первый гитарист группы, это было очень-очень давно. Как-то думали-думали, как назвать группу, это еще в школе мы собрались, в старших классах. И брат старший этого гитариста нашего, он сказал, так назовитесь «Кроме». Вот. И мы подумали, что, а что, хорошее название, коротко, с такой подоплекой непонятно, можно спрашивать, что тут к чему. И потом КРО, то есть близко к слову «рок». В общем, это все нам очень понравилось, и мы так и оставили. А когда вы поняли, что музыка для вас — это всерьез и надолго? Это было в Советском Союзе, нужно было куда-то идти учиться, получать желательно высшее образование для того, чтобы потом где-то работать. Вот. И мама меня пыталась направить в военмех, вот. Но я решил, что
это все хорошо, но я пойду в кораблестроительный институт, так называемую «Корабелку», да, поскольку его было видно у меня из окна. Я жил на улице Зина Портнова, а это было на Ленинском проспекте. Только вот из-за этого пошли? Ну да, в то время вопрос стоял о том, о военной кафедре, так называемой. Да, их осталось всего 5 институтов высших учебных заведений, из которых не брали представителей мужского пола в армию. Вот. Одним из них был военмех, одним из них был кораблестроительный институт. Вот. Поэтому мне без разницы было, что военмех, что кораблестроительный институт, все равно станешь инженером, а тут, по крайней мере, ближе. Вот я так и пошел. Но получилось таким образом, что генерал Язов издал летом, после того, как я первый курс закончил, указ о том, что, значит, не хватает людей в армии молодых, и поэтому нужно срочно запретить все эти военные кафедры. Отсрочки никакой у меня не стало. Я, как говорится, загремел в армию и таким образом прослужил 2 года. А когда я уже вернулся, я доучился еще один курс в кораблестроительном институте и понял, что это все уже не мое. Время менялось, Советский Союз разваливался. И, в общем, я очень серьезно стал увлекаться музыкой. Ну а помимо музыки, чем вы еще жили в студенческие годы? Да, в принципе, в основном только этим и жил. То есть это как-то стало фактически моей судьбой. Наши корреспонденты как-то давно встречались с Владимиром Шахриным, лидером группы «Чайф», и он тоже вспоминал о своей студенческой жизни, о том, как все начиналось, и даже о том, как он научился есть маргарин. Давайте сейчас посмотрим с нашими телезрителями вместе. Вся группа, в общем, была студентами. Так... Но мы поступили в одно заведение, потому что была возможность туда всем поступить, и чтобы сохранить школьный ансамбль. Мы каждую субботу-воскресенье играли на танцах. То есть у нас на 3-м этаже была такая кондеечка с аппаратурой. Мы сами все на себе в спортзал сносили. Из столов, из аудитории, из ближайшего военного отдела приносили 10 столов, делали сцену. Все это туда заносили, играли по 3-4 часа. Потом все это еще растаскивали, и это 2 раза в неделю мы играли постоянно. То есть, поклонницы были? Ну, в общем, мы, конечно, были популярны в нашем заведении, все, что говорит. Какая боль, Аргентина и Майка, 5-0. На занятия особо не ходили, больше сидели в нашей 33-й комнате, перепетировали, что-то дурачились там. Да все, что положено делать в студенческие годы, то и делали. А что именно? Неужели было все так хорошо? А вы не знаете, что делать, чем занимаются студенты. Да нормально было. Что может быть плохого, когда тебе, черт побери, 19-18 лет? Ну что глобально плохого может быть? Ну, поссорился со своей девчонкой, не хватает денег на какие-то там новые джинсы. Вот, в общем, и все трагедии, которые происходят с тобой. А остальном все, конечно, нормально. У меня дом был прямо рядом с нашей общагой. Вот торец. У меня все время. Подружка была из общежития, все друзья там жили, поэтому там я целыми днями проводил. Не дави носка на грудь мне, не дави. Не зови назад, и вот ты, не зови. Да я думаю, что нужно пожелать одного, просто наслаждаться этим состоянием, во-первых, наслаждаться, прочувствовать его, это состояние студенчества, и потом пронести его через всю жизнь. Когда нас спрашивают, кто аудитория группы «Чайф», мы говорим, это студенты, это настоящие, бывшие и будущие студенты. Те люди, кому по 35-45 лет ходят на наши концерты, это те люди, кто сохранил в себе вот это студенческое ощущение, это хорошее чувство.